Всем привет! В этом видео все подтвержденные известия о здоровье олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Прекрасные новости! Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Уже 3 недели общественность с трепетом следит за состоянием здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его история быстро обросла не только фактами, но и слухами. Стоит подвести положительные итоги и знать ту проверенную информацию, которая известна на сегодняшний день. Итак, у Романа диагностирована левосторонняя пневмония с осложнениями в виде гриппа Б. Кроме этого, спустя небольшое время к этому добавился сепсис в легких. Фигурист почти 2 недели находился на ИВЛ и ЭКМО. Не так давно от второго аппарата его организм был отключен. Только спустя 10 дней со времени госпитализации спортсмену пустили родного человека. Супруга Оксана Домнина наконец смогла увидеть мужа. Затем были еще несколько дней, когда состояние здоровья Костомарова оставалось стабильно тяжелым. И вот 24 января наконец начались улучшения. Фигурист медленно, но верно пошел на поправку. Уже стало известно, что сердцебиение спортсмена улучшилось, а температура спадает. В ряде источников появилась информация, что Роману, ввиду перенесенных нагрузок, может потребоваться операция на сердце. Но родные поспешили опровергнуть эти слухи. Пока врачи, несмотря на значительные улучшения, продолжают пристально следить за состоянием здоровья олимпийского чемпиона. Роману вводят снотворное, чтобы организму было проще бороться с вирусами. Мы от души желаем Роману Костомарову скорейшего выздоровления.